опять разговаривал с лидером. Естественно, на тонком плане. Разные представления о мире. Жизнь лидера, как на заклании. Трудная судьба. Есть обязательства. Власть – это групповое решение. Ужесточаются обстоятельства. Система обсуждает лидера мнения. У Руси пока нет своего мнения. Люди уже приспособились. Власть не разрешает движение. Такое бывало, но справились. Каждый человек имеет задание. Плюс и минус дают нейтральность. К людям должно прийти понимание. Страна – это высшая актуальность. Нельзя оправдывать человека, который творит свое. Сегодня, накануне нового века, он услышит мнение уже мое. Пятая раса прошла без Бога. Нет этому оправдания. Теперь вы видите, что есть в итоге. Человек забыл про свои дарования. Человек никогда безгрешен. В каждом есть Создатель. Каждое решение должно быть взвешено. Тогда откуда взялись обыватели? Если дать этим людям право, откроется преисподний ад. Сегодня и случилась прелюдия неверия людей, парад. Лидер думает, как быть. Система не идеальная. Люди должны знать, как жить. Новости пока печальные. Конец света всколыхнул всех. Кто в вере, тот с надеждой. Кто не в вере, у того помехи. Особенно проявились невежды. Страна разделилась надвое, особенно новое поколение. Они верят в будущее свое, но между ними нет единения. Старшие должны дать идею, но идею для Руси определил Бог. При переходе не должно быть потери. Русь – это для человечества итог. Все сказано, нельзя отступать. На стороне народа Создатель. Он уже сказал, как поступать, если человек не обыватель. Обыватель – это пустой звук, ляжет под любую власть. Человек внутри этого тела потух, даже если изображает страсть. Если от Бога, смотрите вдаль, не хвалите власть настоящую. Богу этих людей не жаль, подумайте о стране грядущей. Лидер просит уже поддержки там, где решаются судьбы. Никто на небе его не сдерживает. Он хозяин своей судьбы. Страх парализует движение. На песке написано «целесообразность». Изменится скоро страны поведение, когда вернется нейтральность. Все ждут исторического события. Бог должен обратиться к людям. Принципиально изменится бытие. Будет перехода в шестую прелюдия. Люди мечутся между словами, но в словах людей нет истины. 20 000 религий между вами, предавший Бога, превратится в тину. Человек держится за Создателя. Выбор предлагается только один. Человек в вере – Созидатель. Для обывателей много могил. Надо понимать, впереди катастрофа. Кто не верит, пойдет ко дну. Русь для спасения мира страна. Создатель выбрал ее одну. Аминь. Отец Абсолют. 25 апреля 2021 года. Катрен. Люди мечутся между словами.